присядь, присядь, родная. Я тебе должна сказать новость одну. Мамочка, не плачь, прошу, родная. Но не буду я учиться в МГУ. Ну или 7 баллов, это норм, как думаешь? Не пойду я на юриста, на экономиста. Не стану пианистом, не альпинистом. Я стану сатанистом, буду визажистом. В самом худшем салоне страны, мама, я не сдала ЕГЭ. Да что я в армии служу и посмотрю на бюджет. Все окей, будет нормально. Мама, успокойся, мама, не молчи. Отдай мне обратно от дома мои ключи. Это была шутка, вот незадача. Мам, спокойно, завтра пересдача.